Здравствуйте, меня зовут Елизавета, мне 15 лет. В моей жизни есть три главных увлечения. Это писательство, музыка и театр. Писать я начала недавно, только в этом году. Создаю свой собственный мир, в котором рассказываю о важных проблемах, и читатели будут переживать все трудности с героями и свои, возможно, найдут собственные решения проблемы. Я уже играю 10 лет, почти 10 лет на скрипке. Да. Музыкой я занимаюсь довольно долго. Это для меня отдельная стезя, это часть меня. Я танцую для себя просто так, выплеснуть свои негативные эмоции и просто хорошо провести время. Театр для меня тоже одна из важных частей моей жизни. Я вижу все по-другому, мне нравится быть на сцене и рассказывать историю со стороны персонажа, чтобы слушатель, зритель мог увидеть решение проблемы совершенно по-разному и через другого человека. Также я увлекаюсь верховой ездой, очень жду лета, когда я снова смогу сесть в седло и почувствовать этот простор и эмоцию лошадей, если они у них есть. На этом у меня все. Всего хорошего. До свидания.